Мешок цемента. Большое спасибо за донат. Лёд и тишина, понял. Ну, перебор клёвый на гитарке такой, и марский как будто. Hi, Bird, hi! Спасибо, Миша. Названием дерзким, и такая какая-то вот эта вот песня, прям совсем такая какая-то сладенькая слишком даже, хз. Это еще далеко не все. Ну, хз, вот эта песня как будто скучновато. Я думаю, у них поприкольнее что-то есть стопудово. Пошла, собственно, адская дрочильня как раз. Вот это уже узнается, да. Почерк. Thank you.
Барабаны, кажется, живые, и мне кажется, даже слышно, как кривят немного. Я думаю, мне интересно, они это... Фрештюнс. Ну, может быть, там же на студии Джонни записали. Вполне похоже на то. Точно та же песня? Да, да. Вот такой вот, да, музон. Но это такая прям очень... На... Не на любого слушателя песня. То есть это должен быть кто-то, кому будет так долго интересно слушать, дослушивая до конца, чтобы понравилось. То есть это далеко не всем будет нравиться просто эта песня. Я бы даже сказал, мало кому. Хоть в ней и есть прикольные моменты. Но тут непонятно, это такая идея так было сделать, или все-таки это так просто вышло. Скорее всего, идея. Спасибо большое, знак, мое почтение.